В декабре итоги работы подводят не только предприятия, но и общественные организации. Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Мирнинского района в уходящем году удалось выполнить все запланированное. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Мирнинского района призвана объединить всех любителей внедорожных видов спорта для достижения общих целей. В основном это организация совместных акций и соревнований. Федерация должна заботиться и понимать и поддерживать интересы всех клубов и всех движений и сообществ. На пресс-конференции по итогам работы о своих достижениях говорили представители объединений автомобилистов, мотоциклистов и квадроциклистов. Под эгидой федерации в течение года проведено несколько автопробегов и соревнований, таких как весенний джип-спринт и многочасовая гонка «Бурый трофи». Спортсмены-внедорожники все активнее участвуют в различных городских мероприятиях. Мы поддержали проект «Эстафета добрых дел», где мы совместно с членами автоклуба отремонтировали детскую футбольную площадку в поселке Заречный. Сделали, поставили ворота, покрасили, натянули сетку. Успешная работа автоклуба «Медведь» стала примером и для других объединений. Уже не первый год вместе с джиперами по бездорожью колесят квадроциклисты из клуба «Легион». Принимаем участие в таких вот соревнованиях, как у Алексея, 4×4. Поддерживаем все клубы «Эндуро», «Амака», «Баянай», «Северные волки», «Медведь». Со всеми дружим, со всеми сотрудничаем, стараемся участвовать везде. Не отстают и мотоциклисты, выступающие в спортивном классе «Эндуро». Среди них тоже есть призеры внедорожных чемпионатов. По соревнованиям в этом году у нас участвовало 5 человек совместно с квадроциклистами. Это в рамках «Бурый трофи». Значит, выступили... Для первого года, я считаю, неплохо. Мотоциклы подготовлены, райдеры тоже растут. У каждого клуба есть планы и намерения развивать свое движение. Организационные вопросы поможет решить районная федерация автомотоспорта. Планируем в дальнейшем продолжать заданный вектор мероприятий. Федерация готова поддержать любые общественные спортивные команды и клубы. Готова помочь юридически, документально оформить все мероприятия и гонки, потому что это требует наше законодательство, это требует законодательство Российской автомобильной федерации. Среди приоритетных задач внедорожников – повышение уровня безопасности.